Кстати, отошла. Если будет еще крутка, мое можно удалить раз дубль. Да, я уже удалил. Это я уже. Все, поехали дальше. Спасибо всем, кто заглянул на ДБД. Был рад вас видеть. Заглядывайте через год. Ну, в июле. Когда там годовщина будет. Невозможно загрузить сохранение. Перезапускаем поход. Да я и не удивлен, в принципе. 89 истории героев, воспоминаний 38%. Алтарь надежды. This looks familiar. Прикольно, спасибо. Ой, чё тут? Алтарь надежды. 102 свечи, кайф. Study the winding roads and routes of our kingdom. Find any advantage. Минус 100% спокойный дорог. Берем следующее возвышение, маяк мертвых. Враги в конце раунда трупы возвращают, превращаются в падальщиков. 66% при разных уровнях пламени. Герои получают плюс скорость и минус сопротивление. Враги получают плюс сопротивление. Всем дотам и при сопротивлении получают одну хорошую метку. Что за говно? Это явно надо не дотами идти. Я только зашел, потому что удивился, что ты опять ДБД запустил. А ты его только что закрыл. Возможно, оно и к лучшему. Возможно. Назови мной дилижанс, никто не пострадает. Так, 15:30 запомнили, начинаем. Надо спидранить на самом деле. Потому что в Darkest Dungeon много не сделаешь. Вещица, вещица. Там что-то еще ж можно, как чуть-чуть такое. Воспоминания стоят меньше. Я помню, что есть воспоминания. 13. Для героев доступно больше воспоминаний на выбор. Окей. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Блин, а как акт выбрать? Я уже не помню акты, блин. Попробовать сердце бахнуть. Ну, я понимаю, что сейчас будет выбор. Легкие, сердце. Нет, подожди. Сердце, как их? Замки легкие. Самый легкий босс. Глаза. Нет, гигачат глаза или наоборот, глаза гигачат. Я бы против глаз подрался. Третья птица, четвертая великан. Глаза третьи. Пойдем глаза побьем. Я их убивал один раз, по-моему, всего лишь. Прям один раз прошел и дальше потопал. The house was scattered with ancient rarities and time-worn artifacts, all bearing that damnable emblem that had come to dominate our thoughts. The crossroads. Crossroads. Так, а факел-то я уже выбрал. Подождите, а где выбор факела? Planet Crafter был сегодня? Нет, Planet Crafter был только вчера. В таверне, да, будет. О, хорошо. Давайте, там нужны метки для таунта. More devastating than the horrors of 100 campaigns. На глазах. Чтобы одним все станчить. А что еще? Надо не дотами бить в идеале. Ты. To know the abyss, one must embrace it. С метеоритом, скорее всего. Ноги,
Проклятие ведун, минус макс хп плюс урон дальнего боя. Не еще помню, эта метка разве нужна мне? Нет, вроде бы. Сам герой 15 урона, побочный эффект. Окей. Ух, как в это играть? Ты... Блин, ну ядовитая в оранжевом варике, этот кровоток. Можно стрелка из нее попробовать совсем такого сделать. Меткий стрелок. Усилит урон и крит, но ослабляет навыки ближнего. Тебе, если позиция 1 плюс урон, если позиция 3-4, да, негодяя берем. Тебе минус урон, твердыня снимает дебафы, кажется, союзник. Давай. Или оплот. Навык щитом, навыки твердая позиция. Нет, наверное... Еще не помню атаку. Она есть. Воитель Картген. Разбойник. Дураков будешь, хоть ты уже убежал спать. Мари, ты будешь расхитчицей. Ну давай свитер культистом. Все, погнали. И пега будет повозкой. The time for denial has passed. Повозку нельзя здесь называть, что ли, можно? Факел в повозке. Там еще питомец есть, но я не помню, можно ли его называть вообще. Ох, как вот играть-то. Фига себе, в первой же локе этот чел, с чего? Броня от смерти защищает смертельно. Что? Чего вообще? Здесь у меня нет никакой по ренджу, не атаки, видимо, нету. Жестко, ну раньше такого никогда не было. Чтобы сразу этот чел еще с каким-то бафом жестким. Не критуй! Не критует. Ай, блин, я же подвинулся и... Ошибка. Гринин себя навесил.
V4. С другой стороны, а смысл мне было бы бить в упор? Да. Может отойти этим потом. Я знаю, что сейчас сделаем. По метке можно метеоритом бахнуть. Блин, можно, конечно, кинжалом, но мне кажется, лучше метеоритом. Надо было задний труп съедать, сейчас же он превратится в какого-то там монстра. 31. Бомба! 2 хп. А не, не превратился, кстати. Забавно. Броня пробита. Та-дам! Та-да-дам! Та-дам! Та-дам! Чем труп съедать? А, я же еще факел не успел взять. Точно. Действительно, зачем труп съедать? Ну, я как минимум не хотел... Да, я не хотел усиленный урон от метеорита тратить, терять просто так, поэтому... The familiar hearth crackles invitingly once again. Чё? А, это припарк. Each improvement, a new variable in вот the function вот. Of your fate. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Твердыня. Чтобы два стресса снимать. Всегда твердыня. Слишком хороша. Ножик на 1-2 урона добавить. Еще вот эту штуку снять, я... воровство меток топ. Здесь урон нормально так качается. Давай нож. Ой, куча петов. Получает каноный смертельный удар по трупу, восполняет 30 з. Броню и... крит, нифига себе. Слушай, ну с учетом моего факела, враги в конце раунда трупы превращаются в падальщиков 66%. 5 сопротивления за каждый добавленный в экипировку предмет класс для комфорта, 10 улучшит отношения. 5 сопротивления дебафом за каждый для дороги. Полученный шанс найти предметы в мусоре. Случайный герой после каждой остановки вспоминает 10 хп. 10 получаемого лечения от навыков за каждую добавленную медицину. 2 крита за каждый добавленный для разведки. Плюс 2 добываемых без делиц. А что здесь вообще есть сейчас для дилижанса? На 4 увеличивает свечи. Обнаружение святилищ. Блин, да просто ячейки инвентаря взять. Аксессуар дилижанс. Давайте попробуем вот это, звучит интересно. Если возьмем сундуки. Данному взять немножко. И антистресс снять. Я взял 2 мази, продают. Нихера себе. Сыр какой-нибудь бахнут. Блокируется мелофобией.
Ой, что ж взять-то, что ж взять? Давай вот еды немножко. Что еще? Куда мы вообще идем? Три свечи в свете надежды. Держать пламя выше 40. Или плюс один навык избавь. Посетить берлогу. 300 плюс развилок пути. Можно в берлогу заглянуть? Попробовать. Только не зачищать ее полностью, просто заглянуть. У меня берлога с этим факелом. Берлоги оставимся на берлога как раз на час. Я, конечно, могу бахнуть так, так. И попробовать сразу же зачистить. Только это огненная, да? А давайте, погнали в берлогу. Контент, поехали. 2 крит шанса до нового трактира. Сюда и допустим, сюда. Кстати, забыл, да, отношения же надо повышать. 80% всей группе, ну, уже не бахну. Минус 1 скорость не нужно. Припарки на резист к огню, вот что нужно было. Это припарка? Нет, это порошок. Ну, порошок так порошок, что делать, тоже возьмем. На лавке уже ничего не купить. Сопротивление огню можно взять. Найс. Such power in such a little thing. Шанс улучшить отношения, это трактир. Берлогу с логовом не путаю. Вообще, скорее всего, путаю. Блин, серьезно? Ну мы и туда зайдем. Мы туда и туда заглянем. Да, берлога — это пауки и всякие там волки, я вспомнил. Да что-то вы так наговорили, типа. Место схватки. Так, смотрим. Разлом и мерзение. Сразу же его снять. Потом минус броня. Ну, кстати, логово и берлога, они рядом друг с другом. Ну, а еще сюда нормальная тема. Посмотрел, кто что хотел. Да, пойдем все-таки в берлог, наверное. В логово попозже. Хотя логово с огненным чуваком не такое прям супер страшное. Я метеоритами могу закидать. Да? От бомбера. И 6. Ну, можешь попробовать. 1. Это. Может, на следующий ход успеем добить кем-нибудь. А, так вот же. Куда ты, блин, в бэклайн бьешь? О боже, как он превратился в этого трупа-то, твою ж.
Прям настолько их надо успевать убивать, жесть. Раз нет. Сопротивление стану. 11-23. Ну поехали. 19. 1 хп. Белка теперь вместо побития Дездора пишет казнь. Не обратил внимания. Collaboration confers advantage. Блин, если добью сейчас, опять ресница, скорее всего. Мобов убрали Дездор, теперь баф с черепком на количество Дездоров. Странное решение. Да. Ясно. One less obstacle in our path. Кушай труп, чтобы он не возродился. Классно, в первые таргеты ничего делать не умеет. Надо вместо птяги ставить этот, этот дебаф какой-нибудь. Свитерон. Нет, ну кидать метеор, да, ну... Emboldened. Метки украсть. А этот тоже в труп умеет превращаться? Ну это пососно, кстати. Чоп-чоп хп, как дела вообще? Удар по трупу восстанавливает хп, тема. Стоп! Это только если про уничтожит труп, восстанавливается хп, да? Тогда еще урон нужен, чтобы, блин, труп убить. Не так-то просто. Сопротивление болезни минус кровоток. Ну и тебе. Конец хода. Обычная метка уклона преображается в супер уклон. Две слабости и метку. Здесь есть уклончики. Вроде бы. Ну, у него есть точный прицел. Начало хода, если скорость меньше двух. Дебаф, да. Чего? Сейчас. Сама смелишка с казнью была. Казнь один. Ну да, теперь типа неувеличенный шанс пробития, да? Я даже не знаю, может оставить ее лучше. Хворать, чего это вас потянуло, ДД2 и бабу. Здорово, у нас апдейт, Сарсагор. Что выбили, то и играем. Страждущие. Так, 30 ран... Ну, нахера мне разведка, предметы боя или еда за минус 5? Ну, лучше вот так вот. Буду помогать. Две сети.
Две сети интересные. Кабанчо, приветствую. Спасибо за юридический. Здрасте. Здорово. Приветики. Плюс 250 получается. У нас ДДшечка на час, а потом другие с апдейные игрули. С апдейчики сейчас катаем. 100% каждый герой получает лечение в пути. Здрасте, здрасте, а вы чем занимались? Вы что играли? Рассказывайте. Так, свет 88, плюс щиточек можно взять. Тема минус 2 отношения, ну конечно. Здрасте, здрасте, рейдерам. Отбили щитами от кабанов. Мой на баррикадах. Давай. Кайсер, как вам новости с эндгейм контентом замечательные? Я прям в восторге. Че, игры кидать можешь? Да, еще можно, конечно. Может быть, получится добить, если это кританет свитер. Ратака, блин. Надо было сразу по этому ударить-то. Ламина, скорость на 3 хода. На собаку вообще прям самое то. Успеем ее добить до ее следующего хода. Chance of Senar и Fatal Zone. Сейчас минуточку добавлю. И Nixon. Fatal Zone добавил. Есть. Добил. Шарпальщик. Ух, блин, этого бы добить, но и этого надо добить тоже. Трупы еще, ёб, хоть бы с трупами как-то разобраться. Реверс Бенди 3. Ответное бандитство. Так, ну вот этого вот надо пробить, да, и похилиться заодно. Явный хил, отлично. Критулечка. Ну, конечно же, чары, блин. Конечно. Гарантированные 8. Ту-ру-ту-ту. Гарантированный крит. Нужно ли сейчас... Блин, а что у тебя 17 хп? 10-20? Ну, блин, ну ладно, давай. Этого добьем хотя бы. Сомневаюсь, что трупы этих монстров могут в падальщиков превратиться. Что по факелу все хорошо. Они бесконечные! Охренеть! Что? Они могут превратиться. Дичь. Это очень душный факел, я заметил. Давай, кабанчо, в баню пошел. Нифига себе, завидую тебе. Мне сейчас в баньку нельзя после операции пока. И с остеохондрозом тоже, в принципе, нельзя. О, свитер на 12 хильнул, нормально. Интересно, они болезни умеют накидывать? Ну, умеют, струпья.
Блайт с 2%. С определенным шансом. 2-4. Вид, но не убил, конечно же. Пара-пара-пара-пара-пара. Вот тебе и болезнь, да. Че, Состя в зал ходит? Надо бы ему сказать, что он не прав. Нет, ну, надо ходить, на самом деле, в зал. В баньку не очень, типа, хорошая идея. В зал-то нет, надо, надо укреплять этот поясничный... Корсет. Мне нужно, чтобы это было супер медленно, и чтобы она в конце успевала есть трупы. Сейчас ДБД был случаем массовой галлюцинации. Конечно. Как вы хотели. Дэм. Предатор. Для ачивок начал насыпать. В ЕГС, блин, ачивки завезли. Будто мы все это раньше не делали. Сейчас сразу еще одна битва. Не прикольно. Хлеб с сыром. To arms, though it brings no satisfaction. Только один хочет сбежать, потеряв 16 монет. Класс, конечно. Одно дело зал, другое дело, когда он 150 джим делает. Ну, да. Сюда можно украсть токен, но зачем? Ой, как повезло сразу убить. Что, мгновенно пожираем просто? Ну, блин, хочется, конечно, убивать, а не пожирать, но... Просто сказать отображение алерта у ачивок в ЕГС мне нравится больше, чем в Стиме. Ну, прикольное, красивое. Я в целом соглашусь. Еще его видно. Ой, надо же вот этого сейчас ваншотать, да? Найс, в инвизе стоишь. Плюс его ешка. Везло, 4 вправо. Промах! Ха-ха. Этого нельзя добивать, превратиться в жучару. Вообще не факт, что превратится, да? Опять же, 66% шанс. Токен уклона, изи. Только один. Окей. Там-там. Та-дам. Там-там. Там-там.
там. 3, 5, 4, 8. Хорошо, убили. Похилились. Критулечки полутали. Красиво. Бьем по меточке. Хорошо. Никаких жучар. Пойдет. Стреляю, как стример, будет весело в берлоге. Да, бесконечные жуки. Так, а мне нужно сейчас, чтобы попасть в берлог, мне надо направо, хоть двое хотят на битву. Ну, придется сюда идти. Медик! Пойдем болезнь вылечим. Скардгена. Хотя он новую получит потом с этим дурацким дебафом, просто жесть. Казнь снимает эту метку? Что вообще казнь делает в итоге? Это же где-то была легенда меток. Казнь. Броня смерть. Это не метка. Просто гарантированный килл. Коллаборация confers advantage. Точно есть метка. Окей, ну сколько из вас превратится в жуков? Оба! Ей! Красивое. Бедрить. Больно. Ну, понадеемся. Снимай только Пресдездори. Успею разочаровать своим DLC. Ой, мерси. Один, твою ж. Крит еще этим добьем. Угу, прям хорошо. 17 хила, найс. Этот душный факел прохожу. Который делает жучар из мобов. And apply it judiciously. A lesson taught is a lesson learned. Это еще все против глаз я иду. В которых я не знаю, как драться. С помощью метки там нужны какие-то. Может, еще собачника надо было брать, чтобы тоже таунт забирал на себя как-то. Просто не помню, как там. Я вот остро видел, что он метками дрался с этим глазом. Joints ache and muscles burn. The body requires attention. Музыка вызывает неприязнь. Шансу минус ношение лечим. Денег больше нету, да? Ноль. Понял. Если скорость меньше 200, случайный союзник в конце хода получает скорость. У-у-у.
Да, с максимального хп минус крит. Это тебе. Следующая игра Баба из Ю. At least it should be. At least it should be, естественно. Ahead, a bestial refuge. Расход пламени, шанс преимущества врага плюс 25. Ничего, ослабим. Сейчас все ослабим. Все сбежать хотя, ну не все, но да, минус отношения. Ну чё, бьем же чар получается. Червячел. Токенцы. Снимаем токенцы x2. Такого босса на глаза. Ну, часа играем. Ну, вообще 40 минут уже, да-да-да. На BSU уже довольно скоро пойдем. Ой, нет, это нехорошо, наверное. Я не уверен. Что это хорошо? Это не очень хорошо, как я и говорил. Два четыре. Каковы шансы на самом деле, что добьет? Lesson taught is a lesson learned. И этот тоже хер добьет этот труп. Collaboration confers advantage. Один, понятно. Самое время надеяться. Надежда, как говорится, умирает последней, но и в этот раз. Толкнул. Это, кстати, хорошо. Что я могу здесь ауешкой добить правого и превратить его в жука, который снова реснется. Цифель, спасибо за 6 месяц ресапчика полгода. Спасибо большое за поддержку. 3-6. Фармим жуков, так сказать. За каждого опыт дадут, надеюсь, когда-нибудь. А почему я здесь контратаку не получаю? Потому что я не юзаю час расплаты, да? Кайф. Хил, крит и блоки. Возьми притяжку оккультиста и чистим трупы. Где так ходит предпоследний. Я, кстати, забыл, что она чистит трупы. Я хочу не чистить трупы, понимаешь? Я хочу убивать трупы, чтобы хиляться с ним. Есть большая разница между этими действиями.
Ну, пробили. Ну да, я согласен, идея на самом деле неплохая. 2-4 урона, кайф. Забрать мегатокены, только... здесь нельзя. Отстой какой. Хочу забрать мегатокены. Ай, блин, я их сбиваю. Смурк. Закрыл, но не сможешь убить труп с руки. Ну, чуть-чуть убиваю, но так, не особо, да. Не то чтобы прям сильно хорошо. Вот как бы согнул. О нет, он умрет и потом возродится. Нет. Слушайте, может вы сожрете трупы? Ну вы же трупопожиратели. Это же ваш прикол, ваша фишка. И короче. Питомец на трупы, да, да, питомец на трупы. Враги не очень сильные, прям. Ну, это пока что. Берлога легкая вроде получилась. Дебачка сильная, слабость. 14 броня пробита, найс. А можно мне, пожалуйста, метеорит, спасибо. Метеорит в труп. А, никогда такого не было, и вот опять. Only upon each other. Пробуй казнить, хорошо. Больше струпьев на пачку. Че, кто-то заболел еще? Струпья. Да надо привыкнуть, что струпья здесь это бесконечные просто. Дебаф. А у нас еще и сопротивление всегда уменьшены. Застывшая слизь, если доставить трактир, минус 3 стресса и плюс 1. Ну ладно. Ну а вместо чего, блин? Вместо проклятия, тогда я ничего юзать не смогу, только подношение хаос. Не знаю. Колеса в минус. Кидает кинжал с четвертой позиции. Нет, там просто она не кидает кинжалы в первую позицию. Всегда же так было. Ну, дротики кидает, но я их не взял просто. Врагов здесь резисты к ядам. Нет смысла дротики брать. Haste
and carelessness. All marks of the unprepared. В Робоквест возвращаться боем. Ты знаешь, ну, несмотря на то, как он мне сильно нравится, мне не нравится, что его не особо он людям нравится. Вот. Я, конечно, хочу один раз допройти. Что-то красные блоки, они, короче, убрали шанс Deathdoor Resist с врагов. Вот. И добавили им вот такой вот вид резиста. Типа, он блокирует один смертельный удар. Вот. Дарурикс, да? Это оно. Фига себе, ты таунт кастанул, в смысле. Ну, алтарь таунт кастанул. Лучше бы я лок сделал. Чё не забрал метки? Или он до усиления их только снимает, а я... Они забирают себе... Ой, боже, я такой... Я так все забыл вообще. Теориты есть, и только в первый таргет. Рикрит хи, ура! Из навыки, ну, казнь снимает один блок, вроде как, я так понимаю, перед атакой, ну, то есть навык этого роги. Ну, как-то обычно. Боже, как же я их дамажу, в скобочках нет. 10 хила, ты серьезно? Банишмент. 9 кровотоков, замечательно. Че ты труп не можешь съесть? Фул хп блокируется специально. О боже мой. Братан, я зудефую как-нибудь, надеюсь. Четырнадцать кровотока. Кайф. Он не поничал. For who knows what lurks in the beyond. Как же он пытается хиляться. Гарантированный килл вообще не килл, да?
Инвентарь, очка. Ну, ешка. Первый ход, смерть, кровоток. Ну, его ход, смерть, кровоток. Да здорочка. Блин, всю мазь просрал. Зашерен, доброго вечера. А ты уходишь? А нет, пришел, приходишь. Приветики. 3-6. Броня пробита. О, может он ударит по... Идем, боже мой. Ошеломление. Удар щитом убрать, я не знаю, зачем он здесь вообще. Но есть шанс, что убьет. 6. Нет он. Ух. Ура. Плюс хил. Хоть какой-то. Офигенная, когда она не бьет вообще в первый таргет. Обожаю. Свитер, свитер. Бухаем абсент. In crisis, we can rely only upon each other. GG. 6 скорости. Блин, мне вот в этом вот забеге, кстати, это как будто бы очень хорошо. Только кому? Ну, дотопали. Дотопали. До первого трактиру. В принципе, один часик до первого трактира это даже много. Игру еще можно заказать, да. Еще можно. Закавочки, закавочки, книга сожжения, жестокие, жесткие колени. Да иди ты. Боязнь бандитов. Кара врагам. Накладывает на атакующего. Ого. Это очень сильно. У Грейвроберша резист к ядам. К этим. Типа.
Что ж, окей, алтарь тьманника восполняет хп. 100 обнаружения лабораторий. Доставлена застывшая слизь. Непонятно. Что ж, окей. Ностальгировали во втором ДДшке. Вернемся еще, когда выйдет, ну, выйдут новые персонажи.